Всем привет! В этом видео я покажу вам, как пользоваться приложением Clubhouse. Clubhouse – это новая социальная сеть, где вы можете общаться в голосовых чатах. На данный момент Clubhouse доступен только для iOS. Чтобы воспользоваться приложением, нужно получить приглашение от вашего друга. После того, как вам придет сообщение с приглашением, вы сможете войти в приложение. Далее вы пройдете небольшую регистрацию. А затем вам нужно будет выбрать свои интересы. На их основе вам будут предложены комнаты для общения. Затем вы можете подписаться на кого-нибудь из представленного списка. Разрешите приложению отправлять вам уведомления. Приложение готово к работе. У вас есть два приглашения. Можете отправить их своим друзьям. Для этого тапните на иконку с конвертиком. Перед вами откроется список ваших контактов. Если вы еще не дали доступ к приложению к контактам, то исправьте это. После этого нажмите на конвертик еще раз. Выберите из списка нужного человека и нажмите кнопку «Пригласить». Затем нажмите кнопку «Отправить». После этого ваш друг получит сообщение с приглашением. Перед отправкой убедитесь, что у вашего друга iPhone или iPad. Подпишитесь на кого-нибудь, чтобы иметь возможность присоединиться к интересной беседе. На главной странице тапните на кнопку «Найти больше людей». Воспользуйтесь поиском, чтобы найти Илона Маска. Или нажмите на кнопку «Показать больше людей». Также воспользуйтесь поиском по интересам и вступите в какой-либо клуб. На главной странице есть лента предлагаемых комнат. Пролистайте ее и откройте одну из них. Сразу же после этого вы услышите того, кто ведет беседу в комнате. В верхней части будут расположены активные спикеры, затем люди, которые подписаны на спикеров, а еще ниже – другие пользователи. Нажав на кнопку «плюс», вы можете позвать в комнату кого-нибудь из ваших друзей. Нажав на иконку с рукой, вы поднимаете руку и тем самым даете понять, что хотите присоединиться к беседе. Вы попадете в лист ожидания. Модератор в таком случае решает, дать вам слово или нет. Если вам дадут слово, ваша аватарка появится вверху вместе с остальными спикерами. Если вы больше не хотите говорить, то нажмите на иконку с микрофоном, чтобы отключить его. Также, если вам не интересна тема разговора, нажмите кнопку «Тихо уйти», чтобы покинуть комнату. Вы можете создать свою комнату. Для этого тапните на кнопку «Создать комнату». Выберите вид комнаты. Открытая, доступна для всех. Социальная – для тех, на кого вы подписаны, и ваших друзей. Закрытая – только для тех, кого вы сами пригласите. Нажмите на кнопку «Добавить тему», чтобы написать тему комнаты. Затем нажмите кнопку «Начать». По умолчанию спикером являетесь только вы. Нажмите на кнопку «Плюс», чтобы кого-нибудь пригласить. Тапните на иконку с рукой, чтобы посмотреть, кто хочет стать спикером. В открытой комнате к разговору могут присоединиться все желающие. Можете ограничить доступ, нажав на кнопку «Редактировать» и выбрав нужный вариант доступа. Нажмите на иконку с тремя точками. Здесь вы можете искать людей, присоединившихся к комнате. Также вы можете завершить комнату. Все разговоры в комнатах происходят в реальном времени, без каких-либо записей. В приложении зарегистрировано много известных людей, и у вас есть шанс пообщаться с ними лично. Справа вверху есть иконка с колокольчиком. Там будут находиться уведомления. Тапните на иконку с календарем.
Здесь отмечены события, которые запланировали ваши друзья или клубы, на которые вы подписаны. Также вы сами можете планировать мероприятия. Для этого справа вверху нажмите на иконку «Плюс». Впишите название и добавьте тех, с кем вы хотите провести мероприятие. Выберите дату и время и сделайте описание события. Затем нажмите «Опубликовать». И, наконец, тапните на иконку с аватаркой. Здесь находится ваш профиль. Напишите информацию о себе. Привяжите свой Twitter или Instagram. Тапните на кнопку «Настройки». Здесь вы можете добавить или удалить свои интересы, а также изменить частоту уведомлений. А с кем вы уже успели пообщаться в Clubhouse? Пишите свои ответы в комментариях. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.